Привет. Какой этаж, Хаят Ханым? Вообще-то никакой. Хаят, ты что, у тебя клаустрофобия? Мне сейчас не до этого. Да и вообще, ты говорил, что когда мы вместе, ничего не страшно. Это еще так? В смысле, у нас все по-прежнему? Спроси меня еще раз, но четче. Во мне что-то изменилось? Или что-то между нами? С каждым днем я только больше в тебя влюбляюсь. Правда? Правда. Устроим что-то сегодня? Если нет, то почему? У тебя другие планы? Если да, то во сколько и с кем? Скажи мне. Надо отвечать на чужие вопросы, чтобы люди отвечали на твои. Знаешь, что мы сделаем? Давай избавимся от вопросительных знаков и насладимся моментом. Господи! Как же душно в лифте! Ипек, я думал, тебе нельзя уходить с работы в такое время. Я по тебе соскучилась. Как это? Что? Что ты говоришь, ты сделала? Соскучилась? По мне? Хватит держать вид, будто ты в каком-то фильме. Подожди, постой. Ты по мне соскучилась и позвала выпить кофе? Да. Что, мне нельзя выпить кофе со своим парнем? Я соскучилась. Ладно, да, допустим, ты по мне соскучилась. Только можно без этих слов? Без парней, заек, всякое такое. Когда я называла тебя зайкой, что за странное поведение? Теперь так всегда будет? Ну и что вы делаете, Пек Ханым? Вот. Я тоже стучать умею. Даже громче. Такие выходки в 21 веке. По столу стучать, кричать на своего парня. Тебе это не идет, Ипек. Хорошо, Керем. Дорогой, хорошо. Прости. Что, нельзя говорить «дорогой» или можно? Можно. Слава Аллаху, отлично. Я так рада, что можно говорить «дорогой». Прости, что ошиблась. Керем, я хочу задать тебе вопрос. Спрашивай, чего время тянуть? Мы увидимся вечером. Да, нет. Вечером не получится, я сегодня занят. Что? В смысле? Чем занят? У тебя что, какая-то секретная жизнь, о которой я не знаю? Ты вообще о чем? Есть такая штука, называется личное пространство, слышала? Я просто встречаюсь с друзьями. С друзьями встречаешься, значит, что за друзья? Почему я их не знаю? Куда вы пойдете? А раньше сказать нельзя было? Успокойся. Знаешь, меня так бесит, когда люди заваливают меня вопросами, ты не представляешь. Мне надо идти. Мехмед? Держи. До скорого. Целую. Козел! Проходите. Слушай, Муратбей. Я хочу перенести все встречи завтра утром на вторую половину дня или даже на следующий день. Но Каан Бей и Денис Бей должны завтра обсудить с вами организацию модного показа. Это не горит. Перенесите на вторую половину дня. Вы говорили, что это важно. Я знаю. Но у меня есть более важное дело. Я не знаю, когда освобожусь. На это может уйти вся ночь, а опаздывать не хочется. Пожалуйста, организуйте это. Как скажете. Thank you.
Как ты, красотка? Хорошо, дружок, а ты как? Знаю, что ты на работе, отвлекать не буду. Увидимся сегодня. Приставка, настольный футбол, нарды, что хочешь. Ты же знаешь, я всегда с удовольствием. Но сегодня у меня другие планы, пирожочек. Какие еще планы? Какие планы? С какими друзьями? Как ты оденешься? Это до скольки? Будете играть в футбол? Ну, конечно, во что же еще? Ты там будешь пить чай? А что-то еще? Сколько вас там будет? 10 – это целая толпа. Ну, расскажи, что запланировал? Рассказывай. К сожалению, не могу, ослы. Есть вещи, которыми я не могу делиться с подружками. Ты же понимаешь. Продолжаем по моему плану. Я объясню все подробнее, когда посмотрим на фотографии, хорошо? Не волнуйся. Ибрагим? Приветик. Как ты? Ты предупредил Хаят, как я просила? У вас получилось поговорить? Диден, я очень занят, ты не вовремя. Пойдем. Ради Аллаха, тоже мне. Но я не кто-то там. Я Дидем. Я проверну такую игру. Не поверите. Проходите. Ты не занят, Мурат? Если ты по делу. Да. Присаживайся. Я тебя слушаю. Я знаю, кто украл идею рекламы. Что ты знаешь? Насчет первого проекта. Я знаю, кто подставил Сарте. Кто? Твоя мачеха, Дирия Ханым. Ты хоть понимаешь, что говоришь? Я понимаю, как это выглядит, но говорю чистую правду. Дидем, если это твоя очередная игра, лучше остановиться сейчас. Ты говоришь о матери брата, о жене моего отца. Я тебя не обманываю, это правда. Зачем Дирие было так поступать? Love's an unlamar.